Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Начнем с заданий. Так, открыть колоду я это уже сделал, поэтому забираю награду. И дальше нам нужно пройти серию испытаний. Поехали. Быстренько сейчас с тобой пробежимся здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Пробежимся. Сегодня, ребята, не пятница, поэтому события у нас с тобой пока еще закрыты, да, которые должны открываться. Завтра я пойду на работу, поэтому, грубо говоря, сегодня будет такая промежуточная серия, где мы пойдем на арену. Попробуем сегодня приблизиться к Лиге Мастеров 3 звезды. Правда, я не знаю, может быть, меня скинули сейчас опять куда-нибудь в Сёгуны, там одна звезда или две. Посмотрим, короче, где я нахожусь. Так, здесь у нас странно. У меня вертушка уже в отказе, да, получается. Ладно, давай. Вот здесь, ребята, крысиный король, так крысиный король, да? Ну, действительно, страшный ушлепок. А вот если брать черепашки-ниндзя, безумные мутанты, там крысиный король какой-то, не пойму, чувак с повязкой на лице, играющий на флейте, призывающий крыс. Ну, смешно, на самом деле. Так, тихо, училка, хорош. Выпендриваться здесь. Нормуль, все, запинали мы ее, короче, и двигаемся с тобой дальше. Сегодня, наверное, будем фармить Рокстеди. А может... Ну да, скорее всего, будем Рокстеди фармить, которого нам не хватает. Там сколько? 12 ДНК, если я не ошибаюсь. Так, поднять уровень персонажа. А, мы же еще с тобой прокачиваем скилл у Карайки. Об этом тоже не стоит забывать. И, блин, сейчас будет тяжело искать что. А ничего, мы куклу Дарума нашли, поэтому давай отслеживающее устройство искать. Нам нужно 8 штук. Тут мимо. Так, одно нашли. Второе. Так, еще остается 6, получается. 5. Ну давай, хорош выпендриваться. 4. 3. 2. 2. И последнее находим. Да и ладно, мутаген. Чтоб тебя. Да какой микроскоп? Да я говорю, слежу. Вот, все, спасибо. Нормуль. Погоди, какой нормуль-то, эй? Какой нормуль? Не нормуль, не шиша. Че там опять не хватает? А, все, все, ребят. Нам нужно теперь еще 12 вот этих знаков найти. Но это уже будет в следующей серии. Так, здесь вот забираем с тобой награды. И поднять уровень персонажа. Так, мы качаем с тобой кого? Ванюшу, да? А может быть нам... Так, подожди. Да ладно, пускай будет Ванька. Чем мы тут будем с тобой распаляться сейчас, да? Одного, другого, третьего. Все идет своим чередом. Не будем изменять сами себе. Как у нас идет прокачка, так и идет. Зайдем с тобой в предметы. Опачки, а вот, ребята, и Рокстеди, который мне нужен. Прикинь. Так, теперь нам нужно найти 12 ДНК на него. Это немало, на самом деле. Так, 95 монет. Не хватает буквально пятерочки, чтобы мы могли с тобой еще взять 3 ДНК. Плохо. Здесь тоже нехватка. Так, у нас с тобой по энергии. Ну, я не смотрел сегодня рекламу, поэтому, ребята, 10 откатов, как говорится, сохраняется за нами. На дорожку мы это все оставим. Опачки, а вот это хорошо. А вот это вот надо, ребят. Я, с вашего позволения, пожалуй, пробегу сейчас. Быстренько. Почему? Да потому что нам нужны с тобой жетоны. Вот почему. А за жетоны мы с тобой сейчас либо... Я уже не помню, что мы там с тобой делаем-то за жетоны. Кого вообще мы хотим прапать? Ну, в любом случае, сейчас мы с тобой 200 жетонов получим. Это будет классно. У нас 570 есть. Плюс еще 200 будет где-то 770, да? 620 даже уже. 620 плюс... 700, около 800 жетонов у нас будет. Вот что я тебе могу сказать. Это круто. Так, тихо, змей камин, не выпендривайся. Кусаем его. Так, отлично. Ребята, после черепашек сегодня, наверное, будут у нас драконы Олуха. И все прекрасно знают, что сегодня мы будем прокачивать зал совета. Поэтому рекомендую посмотреть. Ну, правда, я не знаю, сегодня успеем выложить или нет. Либо сегодня поздно вечером это выйдет серия, либо завтра уже с утра. Как-то так. Ну что, змейковин, хорош. Хорош, бро. Давай-ка мы тройной укусик тебе сделаем,
Чтоб жизнь малиной не казалась, верно? Ох ты, гаденыш. На, Ванька такой с кастетом разбегается, как и дал ему затрещину этому змейковьюну. Ладно, не будем сейчас тут распаляться. Давай-ка мы тихонечко с тобой сделаем последний раунд. 760 плюс соточка, да? Получается 860 жетонов у нас будет в общей сложности. Но надо еще этого охламона победить. Начнет сейчас тут буянить. О, вот это плохо, ребята. Плохо в плане того, что он понизил мне защиту. Так, половинку здоровья отняли. Сейчас будет ушатывать, скорее всего. Что сделать? Бросить гранату? Давай попробуем. Ага, получил, всыпали броню теперь ему. Да, вот так вот. Прекрасно. Ну что же, теперь ему капздарики, друзья мои. Почему? Потому что мы сделаем валуном по хребтине ему. На! И все. И он отдыхает. Ну что, ребята, отлично. Жетончики получили. Сейчас зайдем с тобой в магазин и посмотрим. По-моему, мы слышим, по-моему, недопрокачали. А ну-ка, где у нас магазин? Глядим. Ну да, мы недопрокачали слэша. Поэтому берем. Так, ребята, всего две ДНКшки не хватает, чтобы мы его могли прапать. Немножко обидно, но ничего страшного. Так, друзья мои, здесь вроде бы мы все сделали, да? Теперь можно идти, как говорится, на аренку и посмотреть. Слушай, мы в Лиге Сиогунов 3 звезды, на 9 ранге. Все-таки меня скинули чуть-чуть. Поэтому, ребят, предлагаю здесь капельку, как говорится... Что я хотел сказать? Что за капельку? Какую капельку? В общем, короче, мы сейчас будем с тобой немножечко бустовать. Так сказать, запоздавший буст. Как вот ты думаешь, Армагуша у меня справится вот с этими всеми ребятами, которые здесь стоят, 66 и 67 уровня? То есть я хочу сказать, он сможет их завалить всех с одного удара? Вот как ты думаешь? Вот у тебя есть сейчас буквально полсекундочки, чтобы сказать да или нет. Лично я думаю, что у него получится. Проверяем. Ну-ка. Красавчик, ребят, красавчик. Ни насколечко, ни, как говорится, не усомнился я в том, что Армагоша их ушатает. Тем самым, как говорится, и нам помог, и команду выручил. Так, и мы вернулись с тобой в Лигу Мастеров. Одна звезда, пока одна звезда, но ничего страшного. Кстати, у нас... А, ну 95 монет, этого мало. Давай попробуем достать с тобой 17. А нам, наверное, не дадут. 17-22 не будет. Ладно, фиг с ним. Давай возьмем Леонардо. Возьмем с собой Леонардо. Я откачу опять нашего Усаги. А вот теперь интересный вопрос в другом заключается. Сможет ли наш Армагон справиться с 71 и 68-69 уровнем? Тоже так же с одной плюшки. Если нет, ребята, я, конечно, рискую командой. Сам понимаешь, да? Мне кажется, Донни выживет. Он сильный, он крепкий. Упс. Упс. Ребята, каждый должен расплачиваться за свои ошибки. Я рискнул и, как ты понимаешь, за это поплатился. Но мне просто было очень, ребята, интересно, сможет ли Армагоша их завалить. Как видим, не смог. Я думал, что Донателло выживет, но здесь почему-то Донателло погиб. И выжил Ванька слева. Немножко, конечно, меня это удивило. Ну да ничего страшного. Зато теперь я буду точно знать, что все-таки 70 уровень, если мы переходим планочку, лучше не рисковать. И лучше брать, естественно, вспомогаловку. Поэтому Армагуша возвращается, вместе с ним пойдет Ванька-стиранка. Почему его так интересно звать? Стиранку. Наверное, потому что он любит стирать. Ну а почему тогда? Я не знаю, ребят. Давай-ка валунчиком. А сейчас, как назло, возьмет всех и ушатает. А знаешь почему? Потому что здесь уровень слабенький. Здесь не 71 был, а 68. По-моему, максимальный был 69. Сейчас я даже посмотрю по статистике. Нам же покажут. Нам же с тобой покажут здесь. Ну-ка. Да хорош-то уже. Да, ребята, здесь не было бойцов 71 уровня. Поэтому Армагон бы здесь спокойненько один бы справился. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше, и на этот раз я возьму... Дайте мне что-нибудь нормальное-то. Вот, Илья. Да?
возьмем Илью. Какой там уровень? Тут то же самое, абсолютно то же самое. Я одного Армагоша беру с собой и вместе с ним отправляем вот так вот. Прикинь, сейчас фейлимся. Вот это будет смех. Да нет, Армагоша не подведет. А если проведет, то у него, значит, было плохое настроение. Или он огорчился на меня. Чпок, и готово. Да, тут он без проблем, ребят, справляется. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. А дальше, как говорится, интереснее, потому что враг будет все время усиляться. Мне сегодня нужно дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Кровь из носу. Так. Ну давай вернем. Тут уже, вот, ребята, пошли уже серьезные уровни. Ты это видишь прекрасно, да? 74-й. Это что я сейчас делаю? Ой, дуралей. Ой, дуралей, ребята. Ну вот. Зачем так надо было делать, а? Зачем я не добрал в команду наших бойцов? А давай посмотрим, сколько нам дадут с тобой за это. Да, конечно, мало. Конечно, мало, ребят. У нас же за каждого бойца дают кубки, а тут нас всего было двое. Итого мы получили 61 ранга на 58. Трындец. Просто трындец. Это же надо было так облажаться, а, ребят? Да потому что не успел. Заговорился, что-то задумался там о том, о сём. И забыл взять в команду. Бывает же такое. Да, ладно, сейчас будем отыгрываться. Ну, хоть какое-то, ребята, разнообразие, хоть какая-то шутка и прикол в этом есть. Не все же время нам с тобой идеально проходить. Можно иногда и подурачиться. Поехали. Хоба. И не все готово. Вот здесь вот, видишь, подстраховка в виде Леонардо. Хотя уровень всего лишь 70-й и 69-й был. Но он все равно не смог добить. Такое впечатление, как будто вот у него этот удар, он распределяет. Например, если атака 5000, то он атакует не каждого по 5000, а вот этот вот 5000 разлетается по всем персонажам. Ну, то есть этот удар делится. Как-то такое складывается почему-то впечатление. Так, ну что, давай с тобой возьмем опять же Леонардо. Раз и два. Да фиг я тут отыграю всех. Слишком много мы с тобой продурачились времени. И теперь у меня, наверное, не хватит откатов. Хотя у меня есть доллары там накопленные. Можно, в принципе, их потратить. Ну-ка, Супер Шреддер, давай. Отлично. Ну и Армагоша добивает. Так, скоро мы с тобой получим, да? Прокачку на слэше. Там буквально чуть-чуть осталось. Всего лишь 2 ДНК. Но вот так как мы с тобой зарабатываем очень медленно именно жетоны, вот монеты мы с тобой нормально фармим. А вот жетоны очень медленно получаем. Поэтому когда у нас слэш прокачается, фиг его знает. Ну? И что? Вот. Эндрю. Давай, Эндрю, погнали. Как говорится, работа ждет. Раз, два, три. Там соточка, здесь соточка. Два бойца сотового уровня. Ну, здесь все отлично. Усаги плюс Армагон — это топ. Это просто топ. Круче их это только яйца. И все. Так что тюш, просто осели, упали, расслабились. Ну что, двигаемся дальше. Когда мы с тобой супер Шреддера, ой, супер Шреддера, классического Шреддера, интересно, сможем прапать. Мне как бы кажется, он тоже неплохой боец. Кстати, друзья мои, вы пишите про Swamp Attack 2. Если кому не сложно, сбросьте мне, пожалуйста, ссылку, где ее скачать. Я не могу найти. Я не помню, откуда я ее тогда брал в прошлый раз. Но сейчас только без этого, пожалуйста, без... Не надо мне АПКшку. Мне просто напрямую ссылку. Видел в Google Play, но почему-то не могу скачать ее оттуда. С чем связано, без понятия пока. Как ты знаешь, прошлый аккаунт у меня потерялся. Ну как потерялся? Мне пришлось переустанавливать все эмуляторы, и поэтому тот аккаунт у меня пролетел. А он был нормальным. Именно прошлый аккаунт, он с автообновлением. То есть
все у меня шло своим чередом. Сейчас уже этого аккаунта нету, а придется начинать, наверное, новый. Но я думаю, буквально 2-3 дня хорошей битвы, и я, в принципе, вернусь к прежнему статусу. Может быть, конечно, немножко не те бойцы будут у меня, которые были до этого. Но я не знаю, вы все в одно горло твердите, что там прошло обновление, добавили боссов, добавили оружие. Не знаю, ребят, не могу проверить, потому что этой игры пока у меня нету. Так, ну что, поехали. Супер Шреддер, давай наяривай. Прекрасно, прекрасный удар. На всех повесил постепенный урон. Но, в принципе, Армагоша здесь, конечно же, всех добивает. Так, а что если мы... Блин, вот хочется без... Знаешь что, сыграть без массовых атак. Можно ли это как-нибудь сделать, как думаешь? Нет, это можно, если мы с тобой, например, не будем брать слабых персонажей с собой в бой. Тогда можно. Так, Алтынбек. Вот давай мы вот чисто ради прикола попробуем сыграть вот этим отрядом. Так, мы практически на равных. У нас 80 уровень, у них 79. Начинаем. Делаем с тобой уклонение. Тут же сразу берем провокацию. Так. Сразу же я возьму, ребята, ярость Рафа. И защиту. И давай теперь посмотрим, кто кого. Угу, промахнулась. Этот, как всегда, в инвиз уходит. Чего он там сделал? Меткость повысил всем. Ты серьезно? Действительно, ребята, он повысил всем меткость. Ха. А зря ты это, парень, делаешь. Ой, зря. Упал. Так, а Дони-то что там? Крит удар повышает, да, себе? Минус Эйприл. Минус Дони. И минус Майки. Все, ребята. Вот как-то так мы с тобой разбираем противника. Просто идеальный баф. И дальше уже как семечки щелкаем их. Отлично. Так. Перемещаемся с тобой. Что это за фотка у меня там была? 70-й. 70-й ранг. Арсений. Ну давай, Арсений. Беру Армагушу, беру Леонардо. И беру вот этих вот бойцов. Поехали. Бойцы невидимого фронта. Кстати, скоро, ребят, на днях выходит Resident Evil 8 Village. Не знаю. Наверное, будем все-таки проходить, но это, как всегда, на втором канале. Так что, ребята, кто не подписан, подписывайтесь, заходите, смотрите за новинками и следите за новостями. Ну что, идеальная победа. Поехали дальше. Какой там 55-й ранг? Окей. Так, чат. Даниэль, давай чата возьмем с тобой. Мне просто нравится именно Пит, который здесь присутствует в этом отряде. Но мне не суждено посмотреть на его выкрутасы, потому что он сейчас с одной плюшки. Ну, может быть, с двух. Но он в любом случае не успеет сходить, потому что первым у нас ходит Супер Шреддер, следом ходит Армагон. А после этих двух ребят никто не в состоянии что-то даже сделать. Пумс. Вот и все. Ну что же, двигаемся дальше. Я думаю, что сегодня мы все-таки с тобой заберемся в лигу... Как их там? В Лигу Мастеров 3 звезды. Хватит нам с тобой всего. И откатов, и персонажей. 43-я позиция. Окей. 16 откатов у нас, как видишь, есть. Подожди, там кто? Сава, там я не буду, ребят, почему отменил? Потому что там был Майки. Хотя, с другой стороны, что я его переживаю и боюсь, если у нас топовая команда здесь выкручивается. Так что надо было просто настаивать на своем. И все. Как видишь, уже 50-й уровни бойцов. Так что давай их наказывать. Ну вот насчет, чтобы всех отыграть, у меня, наверное, не получится. Всех своих бойцов я имею в виду. Ну-ка, удар. И все. Я говорю, это просто какая-то идеальная комба. Даже если честно, очень быстро это все проходит.
Моментально просто. Ну давай уже Лигу мастеров, там мне 3 звезды. Что ты вот жмешься это все? Ага, опять Алтынбек. Алтынбек, это Казахстан или что? Алтынбек. Такое имя. Это же имя, да, насколько я могу понимать. Так, ну вот они, голодранцы тут стоят. Погнали. Хоба. Блин, ну вот Супер Шреддер почему только на одного повесил, на постепенный урон? Вот объясни мне, пожалуйста. Неужели у всех остальных прям такая вот сопротивляемость обалденная? Причем они были все без бафа. А у тебя прокачка практически фуловая. Ну, не считая там, что у тебя нет 7-й ступени. Ну, не знаю, ребята. Какая, 15-я? 12-я, окей. То есть, получается, если мы сейчас побеждаем, мы должны с тобой перейти. Вот, 17-24, это уже топовое, как говорится. Топовое звено идет. Выше ничего больше и быть не может. И вот это вот почему-то, ребята, меня расстраивает. Почему они не могли сделать 100-й уровень? Я уже, по-моему, повторяюсь, уже в 3 или в 4 видео я задаю этот вопрос. Почему именно 79-й уровень это был последний? Почему? С чем связано? Может быть, когда-то раньше персонажи были здесь, максимальная прокачка до 79 уровня. Может быть, из-за этого? А потом они стали 100 уровня. Но если они стали 100 уровня, что мешало программистам на лиге тоже сделать 100 уровень? Не знаю. Вот у них есть своя компания, да, которая называется Люди. В принципе, они развивают там много игр. Я заходил, у них там, ну, еще штук 5 или 6 игр. Там у них драконы, всадники Олуха, только уже она идет 3 в ряд. Я ее хотел как-то, ребята, снять. Я даже снял видос по ней, и не один. Но оказывается, почему-то ихняя музыка идет под запрет Ютубу. Понимаешь? И я не смог ничего сделать с этим. Не оспорить ничего. Мне пришлось просто-напросто взять эти ролики и удалить. Потому что смысла их выкладывать не было. А на самом деле прикольная довольно игра. Там старые герои, новые истории. В общем, думал, зайдет. Но, видишь, из-за того, что музыка запрещена, у меня ничего не вышло. Так, ребят, я нас поздравляю. Мы с вами в Лиге Мастеров 3 звезды, 86-я позиция. У нас с тобой 8 откатов. Это, грубо говоря, еще 4 поединка. Ну, 4 поединка. Этого должно хватить, чтобы бомбануть вот этого Курбанова. Если я сделаю одного Армагошу, а вместе с Армагошей возьму вот... А, погоди. Вот так, наверное, мы с тобой сделаем, да? Мы с тобой сделаем вот так. Как думаешь, вот эта вот команда, именно Зек и Армагон, смогут здесь разрулить ситуацию? Я думаю, что да. Потому что нашему Армагону не хватает буквально чуть-чуть, чтобы добить противника. Так что давай посмотрим, насколько наносит урона Зек. Слушай, это мало. Я боюсь тут... Да. Шреддер. Кому-то кранты. Угу. Этого мало, ребят. Недостаточно было, что он нанес урон Зек. Хоть они и замедляшки получили, но это ерунда. Полная, да? Ладно, давай бомби. Раз. Ну, одного бойца мы все-таки потеряли. Ну, удивляться нечему, потому что он по уровню был вообще слабак. Я просто не... Вот Зек именно этим и бесит. У него это вот самый-самый, наверное, слабый суперудар, который есть у персонажа. Это у Зека. Бросает свою бомбочку и так мало наносит урон. Ну, просто ничтожно мало, ребят. Ну, а я хотел, как говорится, сэкономить. Вот тебе и сэкономил. Вот давай посмотрим здесь, что получится. Опять же, ребята, не беру никаких топовых бойцов. Чисто стандарт. Тут есть Пит. Поехали. Начнем с валуна, естественно. Если Пита вырубим, это уже плюс. Пита мы не вырубили. Мы никого здесь не вырубили, как видишь. Так, Карайка. Карайка уже сделала получше. Она, по крайней мере, смогла уничтожить Пита. Этот отхиливается? Нет, этот делает иммунку. Ну, тогда все, им крышка. Потому что железноголовый, ребята, выпустил свои снаряды и, как видишь, всех поголовному уничтожили. Вот как-то так. Это я, знаете, что делаю? Чтобы сэкономить как-то откаты. Я хочу как можно ближе к топовому месту подобраться, не тратив при этом откатов много. Так, Белинда, Агата, Маркус. Ну, давай я возьму, наверное, Агату.
Берем с тобой Армагоны. Ну, тут вряд ли, конечно, сможет что-то у меня кто-то сделать. Поэтому, помимо этого, я возьму Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Нет, мы можем, конечно, сегодня с тобой купить откатов 10 штук. Это, в принципе, не так дорого, да? 250 бакинских всего лишь это нам обойдется. И занять сегодня топовое место. Можно. Но вопрос в другом. Нужно ли? Потому что сегодня только четверг, друзья мои. Пятница, суббота, воскресенье и в конце концов понедельник — это 4 дня. А давай посчитаем, как я буду на понедельник. Так, если сегодня четверг, пятница у меня рабочий день, суббота у меня рабочий день, да? Воскресенье выходной, понедельник я работаю. Блин, не получается, ребят. В понедельник мы, по-моему, остаемся без буста. Плохо, плохо. Понедельник, вторник я работаю, среда, четверг, пятница отдыхаю. Ладно, фиг с ним. Что-нибудь придумаем. Так, давай-ка я, наверное, возьму здесь Валерий. Валерка. Хорошо, Валерк, давай. Армагон плюс Усаги. И вот так вот. Ну, на самом деле, здесь еще очень много боев, потому что бойцов очень много осталось. Несмотря на то, что мы сегодня с тобой как бы так немножко попридурялись. Я немножко пофейлился здесь, так сказать, шутя и любя. Это, ребят, естественно, было не специально все сделано. Но просто как бы немножко себя развеселить. Ну, небольшой такой тест-эксперимент. И, как говорится, эксперимент и тест наш провалился с огромным треском. Ладно, не будем об этом. Будем с тобой дальше думать о том, как бы нам занять первое место. Так, 45-я позиция становится 29-я. Два отката, ребята. Два отката — это означает, что я могу всего лишь двух персонажей сейчас откатить, последних. Да, нам буквально чуть-чуть с тобой не хватило. Смотри, отыграть их. Давай, наверное, все-таки возьмем с тобой за $250 10 откатов. Или же можно посмотреть рекламу. Я, наверное, все-таки скажу тебе другое. Что мы не будем с тобой тратить доллары, да? А мы посмотрим рекламу. Ты все равно этого не увидишь. Я сделаю это за кадром. Тем более это очень быстро все будет. И мы получим с тобой 10 откатов, которых нам хватит, чтобы сегодня мы дошли до первого места. До топчика, да? Так, позиция у нас с тобой 15-я. Откатов у нас нету, так что я пошел смотреть. Так, друзья мои, ну что, вот у нас 10 откатов, и мы с тобой продолжаем. Так, Тимофей. Вот так вот. 10 откатов — это, ребята, всего лишь 5 поединков. Ну, у нас с тобой на 5 поединков не хватит, максимум на 2. Так что давай, поехали. Угу, стоят здесь охламоны. Так что давай попробуем сейчас мы сделать вот так вот. И, конечно же, валунчиком. Все. И остается у нас персонажи буквально еще на один поединок. Но вряд ли мы, конечно, сегодня с тобой заберемся на первое место. Или заберемся. А скорее всего заберемся, ребята. Мы уже тут. Круто на самом деле. Ну что, первое место мы с тобой взяли. Это у нас четверг. Это классно. Так, теперь давай посмотрим, что у нас там по испытаниям. Мы хотели с тобой... Так, мы хотели с тобой кожеголового пофармить, в принципе. Погоди-ка секундочку. А что у нас получается вот здесь вот? Я хотел этого Рокстеди еще пофармить. Блин. Ну, если честно, мне кажется, кожеголовый как бы... Ну, ты сам понимаешь, да? Во-первых... О, Донни ролевой не кисло. Сразу же так. Кожеголового дайте мне. Там 3 ДНК на него разыгрывается. Ну что вы, вот вы специально так делаете, блин? Ну, последняя попытка. И... Еее! Кожеголовый, ребята, мне выпал. Так, подгоните секунду, дай-ка я кое-что гляну. В магазинах кожеголовый, вот он. Да, ребята, буквально 8 ДНК. 8 ДНК, и он у нас прапается. Так, ну в пятницу, ты сам понимаешь, да, у нас с тобой открываются новые испытания. Я, естественно, их именно в пятницу проходить не смогу. В субботу, скорее всего, мы с тобой в воскресенье пробежимся полностью. Не знаю, учитель Сплинтер вряд ли нам понадобится. А вот черепашки, я даже не помню, что здесь у нас.
По-моему, здесь чисто черепашки будут драться, да? И мы с тобой будем получать эмблемки. Да, скорее всего, так и сделаем. Пройдем полностью платиновые события. Надеюсь, что пройдем, если там дадут нам, ну, как сказать, достойных участников наших для дальнейших поединков. А сейчас, в принципе, все, что мы могли с тобой сделать. Жетоны заработали, турнирку прошли. Не то, что прошли, а заняли первое место. 8 отказов еще осталось. И ждем с тобой 1500 долларов для того, чтобы купить, опять же, 250 телепортов. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.